Ничего не можем отнять, смотри. Все? Так быстро? Разгоняемся. Иди сюда. Смотри, что он сломал мою тачку. И все. О, назад нас, назад достал. Всем привет, с вами Никита. У нас сегодня Car Race Car 3 часть. И вы просили в комментариях вынести на гаттере, на самой первой, самой слабенькой тачке всех боссов. Можно использовать обычную бомбу и без дронов. Я, ребята, дронов все-таки лучше оставлю, потому что это сделать, я бы сказал, что нереально. И давайте в этой серии я покажу, сколько я смогу и каких смогу вынести боссов, именно когда у нас гаттер, обычная бомбочка и есть дроны. Ну что, давайте начнем, наверное, с самого первого босса. Это у нас Капрот. Поехали. По-моему, даже, ребята, слабеньких боссов удавалось выносить с большим трудом. Ну что, смотрим. Мы сейчас по Капроту все поймем сразу. У нас Капрот самый, можно сказать так, слабый босс. И что? Я даже особо ему ничего не отнимаю. Но все равно стоим. Стоим под Капротом. Ну что, я там сбросил этих два ядра. Толку никакого практически от них. Давай еще. Наверное, Капрот никогда так долго у меня не выживал. Ой, повезло. Повезло, я взял жизнь. То есть это понятно, что на более сильных боссов у гаттера вообще шансов ноль. Ну, если только я не буду, наверное, брать жизни. Так, ну давай уж, добивайте. Добиваем. Да ё-моё, наконец-то. Это сколько? Сколько мы его уничтожали? Ладно, идем дальше. Дальше у нас, ребята, молния. Тоже вроде как слабенький босс, но посмотрим. В принципе, можно, я думаю, и спины покрутить было бы. Про спины, потому что в комментариях никогда никто ничего не говорил. Но ё-моё, молния тут вылетает. Так, подходит. Подходит молния. У меня 4 бомбочки. Хотя на них надеяться не стоит. Ну давай, на тебе. Ой, наверное, я промазал. Все бомбежки, по-моему, пролетели мимо молнии. Кстати, я молнии не вижу. А вот она. Молния какая-то очень прыгучая. Опа, появилась. Да ёшкин ты. Я уже хочу просто взять жизни. Они обычно здесь есть? На тебе бомбочку. Попал, не попал. Да, дай ты мне до жизни добраться. Это что у нас? Бомберы? Не думаю, что они мне помогут сильно. Да дала тебе бомбочки. О, хорош. Неужели я взял жизняку? Все, надо уже уничтожать эту молнию. Сколько с ней можно возиться? Так, иди сюда. Стоим. Стоим. Добиваем, добиваем. Ну уже. Когда ж ты там... На тебе бомбочкой, бомбочкой добил. Ладно, пока с молнией. Все окей, идем дальше. Дальше у нас, ребята, уже жестянчик. Надо начинать спины крутить. Мало ли, о, 10% к урону. Для гаттера это просто выше крыши. Ну что, поехали. Давай, попробуем сейчас жестянчика. Третий босс пока. Все-таки с дронами получше. Они хотя бы эти мелкие тачки убивают. Так, жестянка появилась. Ну уж... Как нам под жестянкой? А, ну в принципе мы знаем, да, стратегию. Стоим под жестянчиком, он большой. Поэтому, по идее, нам ничего сделать не должен. Так, главное под жестянчиком находиться. Ё-ё-ёй, все равно, смотри, все равно нас сталкивает. 6 бомбочек у меня есть, как бы. Ладно, что делать? Надо ехать, наверное, за жизнями. Ой, и пилы столько отнимают. Коснулся пилы. Вот так жестянка вылетает. Если я сейчас не возьму жизнь. А я ее взял. 8 бомбочек, ребята. Но эта жестянка напрыгает. Вообще, тут бомбочки. На тебе. Короче, я все кинул бомбочки, а толку? А толку? Так, ну мы жестянку можем. Я знаю, что мы можем ее сделать. Ну, ну уже. Да что ж ты будешь делать? Он, видите, как-то нас выталкивает. Я не могу оставаться по жестянчику. Да ё-моё, еще и отпрыгивает. Ну вот куда он улетел? Я думаю, не успею уже до жизни. Жизни просто... Все, он еще сзади. На тебе 2 бомбочки. Вынес. Все, я думаю, дальше уже бесполезно. Дальше, наверное, ребята, бесполезно играть. Ну ладно. Смотрим следующий босс.
Так, дальше у нас подлодка, пускай будет субмарина, 15% от спинов получили по урону. Надеюсь, поможет, но мы знаем, что субмарина уж сильно бронированный. Босяра, давай, иди сюда. Надо здесь все это заканчивать, наверное, здесь стоим. И мы сейчас посмотрим, вообще можем мы субмарине что-нибудь отнять, смотри. Да, по-моему, вообще ничего не отнимаем. Смотри, какая у субмарины броня, у гаттера, это еще 15% по урону. Да ладно, ничего не можем отнять, смотри. Все? Так быстро? Ничего себе. Это что, получается, только два босса пока вынесли? Так, ребята, дальше снегоуборщик. 5% по броне, 15% по урону. Ну, я думаю, здесь шансов. Шансов никаких. Вопрос, как быстро нас вынесет снегоуборщик. Где ты? Вот он появился. Хотя бы нету лавины этой, это уже хорошо. Ну, смотрим, что мы можем ему вообще отнимать. Так, пока ничего не отняли. Ну, там немножко, да? Немножечко. На тебе бомбочки. Он застрял. Он застрял. Давай бомбежки. На тебе бомбежки. Толку никакого. Перелететь тоже не могу. Что, турбинку давай накрутим? Давай на. Так, гаттер. Разгоняемся. На. Ничего не получается. Еще разгоняюсь. Получай, снегоуборщик. Я ему ничего не отнимаю, по-моему. Разгоняемся. Иди сюда. Давай еще. Иди сюда. Никаких вариантов, ребята. Он просто бронированный для гаттера. Это если поменять бомбочку, тогда было бы неплохо. Так, дальше давай попробуем с айсбергом что-то сделать. Здесь 15 по броне, 15 по турбинке. Вроде айсберг послабее. Вопрос, сколько мы ему отнимем? Я уже даже не надеюсь его вообще вынести. Так, подожди, где айсберг? Вот он появился. Ну давай, здесь, наверное, с тобой мы и будем сражаться. По крайней мере, я хотя бы под айсберга залажу, это уже хорошо. Но я, смотрите, ребята, я ему ничего не отнимаю. У него как были все жизни, так и остались. Так, немножко я ядрами закидал. 5 бомбочек. Это хорошо. Давай проедем вперед. Давай еще вперед проедем. Может мне попробовать бомбочки просто собирать хотя бы? Так, все, стоим. О, там жизнь. Там жизнь. Хорош, я подлечился. Можно сказать, что айсберг мне даже помог в этом плане. Так, ну давай. У меня 5 бомбочек. Сейчас он, если меня объедет, я их сразу все сброшу. Так, пока стоим. Пока пытаюсь. Смотрите, ребята, я ему половинку-то уже отнял. На тебе. Короче, все бомбы скинул. Все бомбы сбросил. Да ладно, это он такой сильный. Смотри, как меня толкнул. Так, сюда, давай здесь. Здесь, мне кажется, это... Куда я... Да ладно! Ну попробую, ребята. Я понимаю, что шансов ноль. Ну, хотя, может, с восстановлением. Так, что-то айсберг мимо меня проходит вообще. Давай, может, здесь станем, смотри. Только где он? Он что, там застрял? Так, он там, по-моему, сзади, да? Вот он. Пока он появился, я уже половину жизни потратил. Так, давай иди сюда. Ну, в принципе, мы так и закончили. Так что можно продолжать, на тебе еще бомбежечки. Смотри, что он сломал мою тачку. И все. О, назад нас, назад достал. На тебе. Ну что, одна бомбочка и все. Да нет, вариантов ноль. Хотя можно, может быть, если бы я еще уехал, еще взял одну жизнь... Может быть, мы его добили. Короче, это жестко, это очень жестко. Ну что, ребята, давайте спускаемся в подземелье тогда. У нас подземный в пещере первый босс Хрущ. Посмотрим, что гаттер сможет показать в битве с жуком. Сможем ли мы хотя бы вынести этого хрущаку? Он появился, мы знаем, что урон у хруща очень мощный. Главное не попадать под него, давайте как-то под ним все-таки будем оказаться. Оказывается. Ну, вроде хорошо стоим. Но жизни уж очень медленно того хруща отнимаются. Но стоим нормально. Стояли неплохо. 5 бомбочек есть. Так, он нас откинул. Давай, иди сюда.
Но мы так наравне, смотри. Ё-моё, на тебе. На тебе все бомбочки, на тебя. Выкинул, не знаю, какие-то попали, не попали. Да ёшкин ты. Ну что ж такое, почти. Смотри, как тяжело с ним. Капец, капец, немного не хватило. Следующий босс у нас в канализации, это уже черепаха. Босс сильнее хруща однозначно. По идее, вообще его не сможем вынести. Но всякое бывает, поэтому ждем черепаху. Где-то должна появиться. Вот черепаха, ну же. Ух ты, она только коснулась нас. Уже на четвертой жизни сразу отнялась. На тебе. Хорош, 5 бомбочек нормально так сбросил. Практически ничего не отнял. Да ладно. Мы ничего черепахи не отнимаем. Может сверху? Нет, сверху ничего не могу прокусить ее никак. Давай снизу по колесам. Никаких вариантов. Смотри, у меня уже нет жизни. Я даже половину черепахи не отнял. Учитывая, что и бомбочки сбрасываю, пытаясь прокусывать. Все. Черепаха, да. Черепаха это топ. Но идем дальше. Магмозавр. 15% по урону. Надеюсь, хотя бы этого босса вынесем. Потому что следующий барракуда. Там точно шансов 0. Магмозавр-то слабенький. Так что есть шансы. И он большой, главное. Мы можем под магмозавром... Ёшкин ты. Как-то в теории стоять. Да чё ж, не получается сегодня на гаттере кого-то выносить. Надо где-то его зажать, наверное, поехать сюда, вперед. Где-то здесь его зажимали всегда. Чтоб нам повезло просто. Он застрял. Но пока не везет. И жизни я бы не сказал, что как-то отнимается быстро у магмозавра. По-моему, по броне магмозавр тоже неплох. Ну что, я не могу зацепиться как-то за него, чтобы стать. Ну на тебе. О, еще и паучара. Приехали. Конечно, паучара это подстава. Ну что, мы там половину хоть отняли. По-моему, даже половину не отняли. Ладно, идем дальше. Барракуда следующий босс. Для барракуда у меня будет 5% по урону. Но это никак не скажется на силе гатора. Потому что босс здесь еще сильнее, чем предыдущий. А гатор у нас уж очень слабенький. Так, смотрим, сколько. Смотри, барракуда только подъехала, у меня уже сразу жизни стали уменьшаться. Но если стоим под барракудой, то в принципе, жизни не отнимаются. Но только если мы попадаем под ее зубы, сразу у нас жизни заканчиваются. Ну, я бомбочки сбросил, немного бомбочек. Короче, если нас барракуда не добьет, добьет тогда эта рыба, которая выскакивает. Да все. Мне кажется, барракуда еще быстрее нас вынесла, чем это сделала черепаха. Ну что, ребята, последний босс. Он, кстати, самый новый пришелец. Поехали. Ну хотя бы этого босса мы должны вынести. По броне 15% плюс одна бомбочка. Поможет или нет, сейчас узнаем. Босс не сильный, поэтому все шансы есть. Гатор против Шреддера. Надеюсь, вынесем. Смотрим. Ну сейчас станет сразу понятно, как у нас будет отниматься жизни, как будет у него отниматься жизни. У нас отнимается быстро. 4 бомбочки. Одну уже как-то я скинул кривовато. Давай, 5 бомбежек. Ну уже. Давай, пытаемся. На тебе. Так, я все бомбежки скинул, ребята. А что толку? Ему ничего не отнял особо. Мне надо туда ехать за жизнями. Ух ты, он появился. Неожиданно. У меня шансов 0, если я не возьму жизнь. Была жизнь, я промазал. Едем за следующей. Давай. Главное так вверх не подниматься особо. Ой, он перекрыл нам дорогу. 8 бомбочек. 7 бомбочек. Ничего не помогло, ребята. Увы. Но на гатере всего лишь 2 босса я смог вынести. Это капрот, это молния. Ну, в принципе, можно было хруща добить. Можно было бы и перешельца вынести. Так что тачка уж очень слабенькая. Пишите в комментариях, кто смог вынести больше боссов. С вами был Никита. До скорого. Пока-пока.